Как себя чувствовал? Долго ли отходил от этого падения? Ну, я вот, да, вчера говорил то, что 4-5 дней не тренировался после, потому что задняя поверхность болела, и там еще с массажистом поработали, и, в принципе, вот сейчас вроде бы не беспокоит. Ну, вот если своими именами называть вещи, вы просто оба уперлись, правильно ведь? Ну, конечно. Ну, это нормально, это спортивная борьба. Ну, конечно, это 100%, потому что просто так, если на все смотреть, можно сказать, ровно, то ничего не будет. Понятно, что есть вот эти ситуации, но они как бы проходят во время гонки, и сейчас, в принципе, неплохо общаемся. Он тебе написал, да, после вот вечера, что он прям дико переживал, что ты там упал, он тебе написал, как дела, как себя чувствуешь, да? Да, я ответил, что пойдет. Как думаешь, вообще надо вот эту продолжать именно, ну, нормальную такую, знаешь, здоровую трэш-токовую историю, вот как ты вот с юмором, там, с сарказмом, это же дополнительное украшение, как считаешь? Ну, без падений, без всего, ну, вот просто вот таких вот, да, вот нормальных. Ну, наверное, я не знаю, может, после этого ФИС и вообще на этапах Кубка мира скажут, что пора их допускать, иначе там что-то неладное происходит. Сань, я видел, ты трассу себе где-то проложил рядом с домом. Как это, расскажи? Как так получилось-то? И чем ты проложил? Большое желание и все возможно. Труд, терпение. Да, возле дома, возле своего поселка, где мы живем, можно сказать, была такая мечта. И, ну, не то, что мечта, когда есть снег, в принципе, думаю, почему не сделать? Тем более, есть подрастающее поколение, есть Ева, есть Аня, и вот даже... Когда вот сейчас был дома, и Аня уже вышла на тренировку, потому что рядом с домом, почему не выйти? И сейчас вот я все просил Еву с собой взять. Но говорю, Аня, все, уже пора с собой брать Еву. Она говорит, нет, пока еще нельзя, потому что минус там сколько было, большие морозы были, и поэтому пока отложили мои тренировки с Евой. Поэтому я жду, пока морозы упадут, и с Евой уже поеду кататься. А ты что, как рюкзак назад или как? Не наложишь, да нет, ты поставишь. Есть же сани, и сейчас еще одну. На жесткой, да, сцепке? Да, и сейчас еще, то есть одни сани заказали, вроде должны подойти по возрасту, потому что там, когда ребенок типа, начинает сидеть, можно. А вот и другие сани, в которых уже можно там с 4 месяцев, как раз наш вариант.